Уходим на простор с праздничной песнею. Звонко радостно поет. Анастасия Брюханова – участница ансамбля «Соловейка». Любит исполнять казачьи песни не только на уроках и концертах, а также и для гостей, которые собираются дома в праздничные дни. Ведь в этих песнях живет душа народа. Я очень люблю шуточные песни, потому что в них еще можно и сплясать, а особенно частушки. Настя уже побывала на гастролях в Турции. В 2013 году стала лауреатом Всероссийского фестиваля «Синеокая Анапа». Победу на конкурсе считает не только своей заслугой. Это большая работа моего педагога, заслуженного работника культуры Кубани Ирины Базель, отмечает Настя. Рассказывает нам обряды, как они проходили, что казаки принесли с собой. И вот недавно мы исполняли обряд «Коляду». Кристина Снежко тоже поет в «Соловейка». Неоднократный победитель различных конкурсов и фестивалей. Она и Настя учатся на базе школы искусств номер 2. Но часто помогают своему педагогу в 4-й школе искусств. Показывают маленьким казачатам движение народной хореографии. В репертуаре «Соловушек» много русских, украинских, кубанских, донских песен, которые нужно не только исполнить, но и искусно обыграть. Добрый вечер, добрый, пане господарю, радуйся. Мне нравятся казачьи песни, потому что они как бы свои. Мы же живем на Кубани, и получается, что мы любим свою родину и поем эти песни. Анастасия Брюханова и Кристина Снежко впервые получают премию главы города-курорта «Одаренным детям». О параде талантов им педагог пока не говорит. Уж очень хочется, чтобы это было для юных дарований ярким, приятным сюрпризом. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа регион.